Наконец-то прекрасная новость. Певица Максим идет на выздоровление, и ее уже выписали из больницы. Свое лечение она продолжит дома. Об этом сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова. Такое решение приняла сама артистка. Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать. После выписки певица продолжит лечение дома. Уточним, что Максим вместе с выпиской получила подробный план восстановления, где есть и дыхательная гимнастика, и физиотерапия. Кроме того, как заметила Богушевская, девушка лишь частично помнит некоторые события, случившиеся до кома, и восстановлению памяти тоже необходимо уделить время. Ранее Максим опубликовала в Инстаграм первый снимок, сделанный в больнице после того, как она вышла из медикаментозной комы. Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. «Возятся с каждым, как с родным», — подписала фотографию исполнительница. Напомним, что выйдя из тяжелого состояния, Максим, едва окрепнув, сразу вышла на связь с фанатами, друзьями и коллегами, осыпая каждого благодарностью и словами признательности за веру и помощь. «Мы были очень рады видеть эти долгожданные слова в ее Инстаграм. Всем привет, я снова с вами. Давайте пожелаем Марине дальнейшего успешного выздоровления».